Всем привет! Сегодня я покажу, как получить достижение от человечества. Решил я сделать это видео, потому что это мое любимое достижение, и его довольно легко получить, нужно только добыть побольше денег. Только не используйте читы, иначе достижение не получите. Для начала сохранитесь, если вы хотите, чтобы ваша земля осталась цела, ведь мы ее будем уничтожать. Потом купите гигадетонатор, если он вам доступен. Если он вам недоступен, то получите достижение завоеватель 5 или колонист 5. Залетаем на землю. Вот такая она красивая. Пока что. Ну, приступаем к получению достижений. Как видите, мы получили это достижение. Но теперь в Солнечной системе нет Земли и Луны. Чтобы вернуть Землю, нам достаточно просто выйти из игры или в главное меню не сохранившись. Теперь, если мы зайдем во вкладку награды, то мы увидим, что у нас есть достижение человечества, и при этом Земля будет цела. Спасибо за просмотр!